Здорово, Михалыч! Ну, Виталик? Да. Это мы только приехали. Вот. Хозяин ржавого дома. Александр. Эй, дом, просыпаемся! Чего? Каждый сходит с ума по-своему. О, нет. Вот вода, вот живая вода. А это опреснитель. Собираем концерт. Привет всем! Всем привет! О, кто это? Красивый ты мужик, Михалыч! Мистер Бин, бля! Кто это? Андрей Викторович же ты, да? Да, Михаил Анатольевич, собственный персон. Едем, едем, в соседнее село. Добрался я таки. На дискотеку. Андрей, выходит по новенькой диско. Тетя Люся, привет! Не отвлекайся от дороги. Вот приехали в деревню забирать каракат. Саша с Виталиком не смотрели, объем работы. Мы тут переоделись сейчас. Сапоги. Погода дрянь, нас это не пугает ни разу. Наш художественный руководитель долго морил нас голодом и сухостоем, но все по делу, зато потом разрешил чутко расслабиться. А теперь несемся до почты. Это такое место, где будем ждать каракат. Погода отвратительная, но настроение у нас замечательное. Погода никак не влияет на наше расположение духа. Услышно, а караката не видно.
тащите? Вот, пришли в дом. Пару грибов нашли. Да не мелкая, она нормальная. Средняя. А я говорю, средняя. Ну чё, братья, добрались? Дровки намокли маленько. Ну в доме-то печки сухие. Открывайте уже, надо мне поздороваться с человеком. Виталя, передавай привет всем, кого знаешь. Ой, ёж, тётя Люся, привет. Ленка, привет. Наташка, привет. Зулька, привет. Ну и Светка заодно тоже. Привет. Угу. И всем нелинджанам. А и им тоже заодно. Вот. Всем женщинам привет. И чтоб всем было хорошо. Как ну, нам, да. Как нам сейчас будет. Мы доехали с Божьей помощью. С умением мужиков. Да, с криком. Проблем было много. С криком, да. И все. А зачем ты кричал? Все, Потому что на три буквы. Короче, ну сейчас входим. Привет, домик. Всем привет. Катюха. Ну. Не плачь, не плачь. Вытри слезы. Мы уже пьем. О, тут может быть снасти какие-то. Лежат. Но главное, стол чистый, готовый. Флаг! Флаг воткнуть! Флаги Отечества, наше свободное, дружбы народов надежный оплот, партия Ленина, сила народная, нас даже звук коммунизма ведет. Вуаля! Первый обед. Пельмени. О, Виталик моргает. Как обычно, блин. А вот идет Андрюха. Курточку наконец-то снял. Снял, да, разделся. Такой. Ладно, что, давайте. Тыры-пыры, гоу просто видео. Поставили баню. Завтра затопим. Вот так вот. Сегодня такой вот пасмурный, моросящий пейзаж.